Ну чё, всем здорово. Всем привет. Странно. Ну, блин, либо интернет у меня тупит, либо реально. Сейчас будем нагнать наше время. Жалко, что опоздал. Лучше бы мне сажал билетики покупали. Так, не до билета. Так что, ребята, хотите, чтобы были стримы, пишите в комментариях, ставьте лайки. Ну и так далее. Так, мы уже пролетовали, хорошо. Я думаю, сейчас мы потихонечку-то выйдем из минуса. Так что, ребята, обязательно лайки, подписочка на канал, ну и комментарии под стримом, под роликами, ребят. Короче, ребята, если никакой активности не будет, то извиняйте. Буду редко все делать, нафиг, очень редко.
2 метра застановки. Thank you.
Так что, сами понимаете, да, с вас подписка и лайк. Мне интересный контент с ним будет получаться. Блин, опять наехал на долбанную барыню. Честно, наверное. Скорее всего, нас автобус помнит, поэтому те остальные не пошли. Ребята, мы на 2 минуты опоздаем, на 2 минуты отстаем от графика. На 2 минуты всего лишь. Ровно 2 минуты, ну 2-3, и так. Сразу же так нарушу ПДД немножко, конечно, но по кольцу сейчас поедем раз. Блин. Ну что, давайте встал, ну ладно. Немножко. Да так тоже нормально. Почти целый круг давать нам надо будет, ребята. Точнее, полкруга и туда. Только и полкруга и туда. Да, еще придется писать на светофоре. Немножко. Ну, а там нагоним, я так думаю, на остальных знаках. Ну, 2 минуты только не нагнал. Позад на него стали. Ну как идеально повезло. Ну. Минута 08.
это может уже очень место игры единственный. Мусорштрасса, а что же он тут уже? Походу, я уже объявил следующую ногу. Ну ладно. Я манекю нажал случайно. Тогда вот вон там встанем, заводим его расходы, сам зелененький. Фольксваген, два Фольксвагена и Мерседес. Сейчас осталось совсем... Блин, мы опаздываем всего лишь на 2 минуты. Девочка, на ты. Ну да. Где-то так.
все в одну сторону, ладно? Все. Пока они тут едут, мы уже стартанем, поедем дальше. Восемь 12 не должен быть. 8:11. Сейчас это фрейм подойдет, а мы как настанем не успеем. Свет наш хорошо. В смысле, и там наш, и тут наш, как-то интересно. Бля, опять наехал, да что ты? Опаздывали это аж на 16 минут. Были нарушения, конечно, маленькие. Пассажиры жалуются, что мы опаздываем. Приезжаем график. Да. Это круто. Нагнали расписание за два ролика. Вот наш основ, сейчас 8:16. Мы 8:15 сюда прибудем, наверное. Так, следующее, насколько там много. Короче, мы даже раньше времени приедем. Это же очень хорошо.
А стрим еще раз зависит только от вас, ребята. То есть сколько лайков будет, столько и стримов будет. Ну, шансы, что стримы будут, если будут хоть какие-то лайки, поддержка канала, ребят, то стримы будут чаще. Как и ролики. В смысле, в плюс идем. Мы же в минус шли.
глазам на минуту. Чё, как сказал финика-то? Интересно, подожди. 22 минуты прибыли. А, все, закроем. Ну, вызвал себе минуту, попробуй даже только. Ну ладно. Ну все, 15 минут. Сколько заезжаем? 8.43. Целых 19 минут будем доходить. Ну все, это ладно, я закроем все. Всем спасибо, всем удачи. До новых встреч, всем пока. Скоро увидимся. Ну что, всем здорово. Всем привет. Ну блин, либо интернет у меня тупит, либо реально. Сейчас будем надо наше время. Жалко, что опоздал. Лучше бы мне сажал без билетики покупали. Так не заметил.
Так что, ребята, хотите, чтобы были стримы, пишите в комментариях, ставьте лайки. Ну и так далее. Так, мы уже пролетали, хорошо. Я думаю, сейчас мы потихонечку-то выйдем из минуса. Так что, ребята, обязательно лайки, подписочка на канал, ну и комментарии под стримом, под роликами, ребят. Короче, ребята, если никакой активности не будет, то извиняйте. Буду редко все это делать, нафиг, очень редко. I'm Keith.
Так. Так что, сами понимаете, да, с вас подписка и лайк, интересный контент с ним получается. Блин, опять наехал, долбаный барыню. Честно, ну... Скорее всего, автобус помню, поэтому те остальные не пошли. Ребята, мы на 2 минуты просили, мы на 2 минуты отстаем от графика. На 2 минуты всего лишь. Ровно 2 минуты, ну 2-3, и так.
хочу заград сразу же так. Нарушу ПДД немножко, конечно, но по кольцу сейчас поедем раз. Блин. Ну что, давай, встал, ну ладно. Немножко. Да так тоже нормально. Сейчас почти целый круг давать нам надо будет, ребята. Точнее, полкруга и туда. Только и полкруга и туда. Да, еще придется писать на светофоре. Немножко. Ну, а там нагоним, я так думаю, на остальных остановках. Мы делаем только на нагнал. Опоздать на нем стали. Ну, как идеально повезло. Минута 08. Ну, не совсем плохо. Ну, есть уже очень место игры единственное. Мусорштрасса. А что же он тут уже? Походу, я уже объявил следующую ставку. Ну ладно. Я не могу найти, нажал случайно. Ставим, заводим его, расходы на самом деле мелкие. Фольксваген, два фольксвагена и Мерседес. Сейчас осталось совсем... Блин, мы опаздываем всего лишь на 2 минуты. Я еще на этой... Ну да. Где-то так. Ну, 8 на 7 нужно в этом. Ну, мы как раз к ней подъезжаем где-то примерно 8 на 7. По-моему, туда или туда. Сейчас я забыл, что здесь. Сейчас бы запарил, да. Что вспомнил, куда точно. Я на бордюр наехал. Ну что, давайте-ка отъедем немножко от бордюра. Чтоб мне не мешалось-то. Чтоб я мог спокойненько отключить его. На время. И включить снова. Так, все.
Я так же. В одну сторону, ладно, все. Пока не приедут, мы уже стартанем, поедем дальше. Восемь двенадцать не должен быть, 8:11. И сейчас это фрейм подвета, мы как настанем, успеем. Тут не поймешь, какой свет наш хорошо. В смысле, и там наш, и тут наш, как-то интересно. Бля, опять наехал, да что ты? Все, ребята, мы нагнали наш рейс, наш маршрут, и слава богу, теперь мы уже не спеша ехать. Но все равно никак быстренько ехать, чтобы в минус увести плюс. Опаздывали, ребята, мы аж на 16 минут. Были нарушения, конечно, маленькие. Пассажиры жалуются, что мы опаздываем. А, сейчас у меня этот кратер на секунду. Все, ребята, мы на минуту уже опережаем график.
Это круто. Давай расписание за два ролика. Коллега. Не, ну слабо он сделал. Вот наш основ. Сейчас 8-16. 8-15 сюда прибудем, наверное. Так, следующее. Насколько там? Короче, мы даже раньше времени приедем. Это же очень хорошо. Стрим еще раз зависит только от вас, ребята. То есть сколько лайков будет, столько и стримов будет. Ну, шансы, что стримы будут, если будут хоть какие-то лайки, поддержка канала, ребят, то стримы будут чаще. Как и ролики.
смысле в плюс идем. Угу. Мы же в минус шли. За минуту еще к слову финика. Интересно, подожди. 22 минуты прибыли. Ну, вызвал себе туда пробой даже только. Ну ладно. Ну все, 15 минут. Подъезжаем сюда. 8:43. Целых 15 минут будем доходить. Ну все, ладно, даже закроем и все. Всем спасибо. Всем удачи. До новых встреч. Всем пока. Скоро увидимся.